Здравствуйте, меня зовут Денис, я являюсь тренером в профессиональном клубе бокса и единоборств «Джеб» и хочу рассказать о ценности оздоровительных дыхательных упражнений. Специфические упражнения позволяют влиять на все функции организма. Они представляют собой процесс непрерывного самообновления, восстановления структуры всего тела. Постоянные занятия улучшают механизмы, регулирующие кровоснабжение сердечной мышцы. Таким образом, упражнения являются одним из главных способов избавления от сердечно-сосудистых заболеваний. А от этого зависит темп преждевременного старения. Специальные дыхательные упражнения – это эффективная система, при которой трансформируются большие группы мышц, сухожилий, суставов. Людям, которые страдают ожирением, противопоказаны многие виды физической нагрузки, так как от большой тяжести тела это отрицательно сказывается на деятельности не только сердца, но и суставов и позвоночника. Поэтому оздоровительные дыхательные упражнения для человека с избыточным весом приобретают особое значение, благодаря своей доступности и безопасности. Всем спасибо за внимание. Приходите в наш клуб на тренировки. До свидания.